Ну как? Ой, кошмар какой. Действительно, ужас. Ну вот, жила себе тихо, мирно. И, пожалуйста, я вот все про эту историю думаю и пытаюсь понять, в чем больше ужас. В том, что она этого артиста встретила и на всю жизнь обожглась? Или был бы ужас, если бы она вообще его никогда не встретила? И так бы не узнала, вот как это бывает, когда... По-настоящему так, знаете? Ну что ты говоришь ерунду-то, а? Ну, конечно, лучше не знать. Пожалуй. Вот мы не знаем и счастливы. Ну почему? Ну все мы были молоды, любили, ночей не спали и все такое, ну... Не ври, Ирка! Наташа правильно говорила. Не любим, а занимаемся любовью. Во всех отношениях причем. А у со мной, девочки, была история однажды. Я никому не рассказывала. Ну уж раз заговорили... Ну-ну, давай, колись. Так вот, случилось это давно. Я тогда моложе была. Ну, килограммов на 20. Еду я в автобусе. В автобусе? Точно, давно было. Ну, мы только поженились с Костей. Ну, буквально месяца 3 прошло. То есть счастье, любовь, все как у всех. Ночи безумные, страсть, все замечательно. Ну так вот, еду я в автобусе. И вдруг замечаешь, что рядом, да? Да, рядом молодой человек. Посмотрел на меня, а я на него. А потом стали смотреть друг на друга. Он и говорит: где вы выходите? Я говорю: на Трубной площади. Он говорит: можно я вас провожу? Я говорю: нет. Он говорит: вы уверены? Я говорю: да. Тогда он сказал: вы будете жалеть об этом всю жизнь. И я тоже. Ой, тут как раз-таки приехали мы на Трубную площадь. Я пошла к выходу, он за мной. Тут мой Костя подбежал с цветочками, там поцелуи. Все, мы к метро направились. Я оглянулась, а он стоит, смотрит вслед. И все? Все. Ну, надо же было хоть телефончик, что ли, как-нибудь ему быстренько сказать. Ну, договорились бы как-нибудь, ну. Ну, подожди ты. Люда, и что, жалеешь? Да. Я его видела от силы, ну, 3 минуты. Но я понимаю, что у меня могла быть другая жизнь. Вот сейчас это, а могла быть другая. То есть был момент... Я обернулась, его увидела. Я должна была все бросить. Должна была бросить Костика, бежать к нему, к этому парню. И не побежала. Как пишут в романах, прошла мимо своего счастья. Поэтому, девочки, я знаю, ну как это на всю жизнь обжечься? Поэтому и говорю, что лучше... Не знать. Ай. Трагедия. Так что, Маша, учти, если выйдешь замуж без любви, можно потом вдруг пожалеть. Ну, как эта парикмахерша,